Всем привет! Меня зовут Лера, и мне 33 года, и я решила стать проституткой. Шучу, конечно, мне 32 года. Чего они смешного находят в этих видео? Вот раз снимают, повторяют одна за другой, ради хайпа, что ли. Вот. Не понимая, насколько это печально и грустно. Хоть это и обыденность сейчас, к сожалению. Вот так вот. Берегите себя и будьте счастливы.